Всем привет! Я тут на завтрак готовлю оладушки. Смотрю, Димке уже каша стала приедаться. Вот решила его порадовать, приготовить оладушки. Он положил ему сейчас на тарелочку, сидит завтрак. Идем вкусные? Что, сейчас я тебе дам. Чай тоже пей, пока он тепленький. Вот, в этот раз тесто сделаю такое немножко пожиже, не слишком густое. Они, видите, получаются такие у меня тоненькие, сильно они не поднимаются, но они очень такие нежные. Что, сейчас я тебе налью. Просишь, чтобы я ему джемом немножко полила на оладушки. Любит джем, варенье он с блинчиками, с оладушками. Вот, они такие вот тоненькие получается, но они очень мягенькие внутри, такие нежные, потому что когда муки побольше добавишь, они такие, ну, вот больше часа полежат, такие уже более забитые мукой, упругие делаются, мне не очень нравится. А это пусть они не особо поднимаются, но они очень мягенькие, такие прям приятные. Я тут налепила сейчас котлет, тоже сделала в панировочных сухарях. Сейчас Димка мне помогал, прокручивал фарш, ну, хлебушка немножко добавила, лука. В общем, все как всегда. Яйцо только не стала класть. В общем, и обваляла в панировочных сухарях. Это вот на ужин я потом в духовке буду запекать. Но я думаю, котлет у нас, наверное, будет только есть Сережа на ужин, так как он у нас сегодня на работе. А мы с Женей, наверное, будем... Сейчас покажу вам. В обед замесила тесто. Прикрыла тарелочку. Вот оно уже хорошенько так подошло. Такое прям мягенькое. Но не буду я его пока трогать. Пускай стоит еще в холодильнике. Это тесто, которое должно простоять в холодильнике не менее 3 часов. Но оно у меня уже, наверное, часа 4 стоит. Может, даже побольше. Вот, это я буду делать пиццу. Не знаю, может, Женька придет с улицы, захочет сам сделать. Спрошу, у него захочет, пусть сам делает. Он любит делать. Правда, давно уже, на самом деле, не делал. Ну, а потому что обычно, он, когда я готовлю, он гуляет. Выше сейчас с Димкой на улицу. Немножко погуляем сейчас. Свежим воздухом подышим. Что, Дим? На самом деле, это Дима меня выгуливает. Сначала не хотел идти, а он мне ботинки все несет. Гу-гу-гу-гу, типа гулять одеваясь пошли. Вот собрались, пошли с ним. Куда-то повел меня. Также вы мне писали в комментариях то, что нельзя гулять, выходить, если у ребенка ветрянка. Также нельзя его мыть.
не знаю, мы ходим гулять, и я его мою, так как я вам уже рассказывала, я вызывала на дом врача, и она мне сказала, я у нее спросила, я говорю, когда ветрянка, можно нам выходить на улицу или ну, сидеть дома, либо там как-то на балконе выходить, гулять. Она говорит, даже нужно, не то, что можно, а нужно. Она говорит, но все равно смотрите на состояние ребенка, если у него, конечно, высокая температура, если вы видите то, что у него слабость, конечно, ну, естественно, не надо его никуда тащить. Вот, по поводу мытья, я тоже у нее спрашивала, я говорю, как нам вообще его мыть? Она говорит, ванна, естественно, его распаривать не надо, а по душе можно, она говорит, там не более 5 минут, так по-быстрому помыл, подмыл, в общем. Вот, но я тоже как бы мою его мочалками, я его не тру, я просто мою детским мылом сейчас, даже никакие там такие ни шампуни, ничего не использую, детским мылом, оно все равно как-то подсушивает кожу, вот эти прыщики тоже, естественно, подсушивает. Вот, но я не знаю, видите, вам, там, кто мне в комментариях писал, кому-то врачи говорят, что категорически нельзя выходить на улицу, кому-то говорят, можно. Нам сказали, можно, даже нужно. Она говорит, естественно, только ни с кем не контактировать. Но, естественно, мы сразу ходим из подъезда, либо уезжаем там в нашу деревню, чтобы, ну, вдруг кого-то из знакомых не встретить, чтобы никакого контакта не было. Вот, либо если у Сережи на работе, мы вот сразу идем с ним в лес, гуляем возле леса, либо в лесу, чтобы, опять же, никого не встретить из знакомых. Вот, ни с кем мы не контактируем. Берите лопатку. Вот так что, видите, у врачей тоже может расходиться мнение. Кому-то говорят можно, кому-то говорят нельзя. Нам сказали можно. Я тоже считаю, мыться надо, даже нужно, под душем. Потому что, если, представляете, вот не мыть ребенка неделю, 2 недели, а кого-то больше, 2 недель, ветрянка, Дима-то куда полез? Это вот быстрее начнешь чесаться от того, что, ну, от грязи. Потому что, в любом случае, надо подмывать и споласкивать тело. Вот, я в этом ничего страшного не вижу. И да, у нас уже температуры нет второй день. Слава богу, Димка себя чувствует хорошо. Он лазит по сугробам. И сыпь, и он уже также второй день не покрывается. Я уже второй день его не мажу фукларцином. Дим, ты что лопатку бросил? Опа! Нет, машина. Куда полез ты? Димка, аккуратно. Вот, так что такие дела. Видите, кто-то говорит, можно, кто-то говорит, нельзя. Но, может, благодаря из-за того, что мы выходим на свежий воздух, вот так быстрее он перенес эту ветрянку. Потому что свежий воздух, это тоже влияет на здоровье. Свежим воздухом нужно обязательно выходить, дышать хотя бы на полчасика. Вот, а если бы мы сидели в заперти дома, в духоте в этой, неизвестно, закончилась бы она у нас так быстро или нет. Но я думаю, она у нас закончилась. Потому что, я говорю, сыпи у него нету, температур тоже нет. Вот сейчас 16 числа пойдем на прием, сходим, и нас посмотрят. Единственное, я говорю, вот он начал подкашивать только сегодняшнего дня. Подкашивать, насморк, я смотрю, у него начинается. Держи. В общем, мы решили с Димой, Женю не дожидаться, а сделать уже самим пиццу, потому что это долго ждать Женю, пока он там придет с улицы. Уже все голодные будут. А он приходит обычно не раньше, чем 8 часов, а то может и к 9 только прийти. Сказать, там автобус не пошел, либо еще что-то придумать. Нет, ты так не мни, Дим, не надо так мять. Дима тут мне помогает, да? Соус у нас самый обычный, майонез с кетчупом. Особо не заморачиваемся. Тесто тоже проткнула вилочкой, чтобы оно при выпекании не сдувалось. Вот такие, чтобы пузыри не были. Не надо об себя ручки вытирать. Давай ложечку сюда. Давай сейчас. Не знаю, сейчас у меня тут одна помидорка только нарезана. Не знаю, достаточно будет. Нет, все, не надо больше, Дим. На, сыром посыпай. Держи сыр. Посыпай. Вот так бери и посыпай. Вот. Сыра у нас много в этот раз будет. У меня был кусочек, но, правда, сыр твердый. Не знаю. Первый раз, на самом деле, готовлю с твердым сыром, другого нет. А специально в магазин тоже не пошла. На, клади вот так помидорки тут. Раскладывай. Клади, куда тебе нравится.
Вот, держи еще. Нет, а клади вот тут, где еще нету. Вот сюда давай на положи. Ты хочешь, чтобы она там была? Да. Да? Ну, пускай там будет. А это куда положишь? На? Да, я думаю, наверное, одной достаточно будет. Сейчас, подожди. И здесь вот у нас колбаску тоже нарезал небольшой кусочек. На, раскладывай колбаску. Дим. Вот, держи. Хочу сразу сказать, Дима у нас такое не ест. Дима у нас вообще, в принципе, ничего не ест. А Дима, если вот эту котлетку съест с макаронами, либо там рис, что я творю. Да, Дима? Держи, будешь еще класть? Какая она спица будет, да? Начинки много. Ну, просто вот оставалось всего по чуть-чуть в холодильнике. Думаю, а что лежит? На. Бутерброды как-то не хочется, а пиццу все за радость съедят. И Сережа, и Женя все любят у нас пиццу. У меня здесь из начинки, в общем, помидор, колбаска, болгарский перец. Этот сыр, естественно. На, помидорки чуть-чуть. Красный лук. Мне очень нравится с луком. Сейчас я его вот так прям. Дим, не надо так помидоры жать. Давай вот так лучок, чтобы он все соки свои отдал. Тебе сыром понравилось посыпать, да? Лук. Подожди, да, я сейчас перчик, а потом уже сверху луком будем. Это мой повар. Шеф-повар он мой. Все он знает, что сначала, а что потом, да, Дима? Ну, еще вот так вот обильненько сверху сырком посыпаем. Пицца. А, Дим, все, нет, вот так уже не надо, Дим, делать. Ты сейчас тут кашу все превратишь. Все. И ставим в духовку сейчас, ну, минут 10-15. Димка, видать, погулял, проголодался, наложил ему рис, отварил уже вот вторую тарелочку ест. Ну, я в его порциях считаю. Вот немножко осталось, вот я только что сварила. Пицца готова. Накрыл ее полотенчиком. Покажу. Вот в духовке она пробыла 10 минут. Смотрите, какое тесто мягкое-мягкое. Очень вкусное получается из этого теста. Ну, я уже миллион тысяч раз готовила, поэтому рецепты хорошие. Тесто получается такое пышное-пышное. Так что можно уже кушать. Она у меня уже остыла. В духовке у меня уже запекаются котлетки. Вон. Осталось им 25 минут. Сейчас через 5 минут переверну их на другую сторону, чтобы они равномерно пеклись. Вот. И будет у нас такой ужин. В общем, Димка захотел рис, чтобы я ему отварила. Ну, а Сереж тогда придет. Будет макароны. Там у нас макароны с тушенкой немножко осталось. Потом спагетти тоже. Чуть-чуть есть. Как раз вот ему хватит. Он любит с тушенкой. Вот. И с котлетками. Потом пиццу с чаем будет есть еще. Мы уже поужинали, напились чаем. Всем все понравилось. Все сказали, ужин был очень вкусный. Вот. Сейчас будем мыться и уже готовиться ко сну. Да, Дим? Скажешь всем пока-пока? Ну, а на сегодня я буду заканчивать это видео. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Иди сюда, скажи, тебя не видно. Иди ко мне. Говори всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Хороший. Все, с вами мы увидимся завтра в следующем видео.